Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре бокс Getter Money. Такой вот он своеобразный. Значит, что нам пишут здесь? В поиске легких денег, сидя на диване, ничего не делая, тогда тебе к нам. Зарабатывайте и выводите реальные деньги. Здесь статистика, друзья. Участников уже более 15 тысяч онлайн. Приглашено. И выплата более 25 тысяч уже выплачена. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, два раза пароль. Нажимаете «Зарегистрироваться». Войти по логину и паролю. Я прописывала свой обычный логин. Мне написали, что у меня короткий. Пришлось добавить циферки, как бы. И после того зашла. Клику «Войти». Здесь нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений. На балансе у меня, обратите внимание, уже 11 копеек. Совсем неплохо. Я только что зарегистрировалась, кликнула «Начать зарабатывать» и отлучилась там от компьютера, там не знаю, на несколько минут. Я пришла, у меня уже на балансе вот такая сумма, 11 копеек. Согласитесь, неплохо. Здесь все довольно-таки просто. Вот это кнопочка «Выход», «Выйти из кабинета». Далее, вкладочка «Заработать». Топ я еще не просматривала. Ага, это сколько люди здесь зарабатывают. Топ-заработок. Вкладочка «Вывод». Вывод немножечко, конечно, завышен. Значит, смотрите, здесь Pair, Kiwi, Юмани, Visa, MasterCard и есть VCoin. Значит, на Pair вывод доступен от 10 рублей. Это 85 копеек, наверное. Значит, на Kiwi от 53 рублей. На Юмани тоже 53 рубля. Visa MasterCard, ну, конечно, 590 рублей. Минималка, ну, а VCoin тут, конечно, вывод вообще мизерный. Значит, ID страница ВК и можно, пожалуйста... Вот столько, это 1000 коинов, равна вот столько вот копеек ID страницы. И как бы прописываете сумму, да, вот у меня. И кликаем «Вывод». Я буду на Pair выводить и пока что ничего делать не буду. Значит, кликаюсь обратно. Вот так, это как бы наша домашняя страничка. Значит, реферальная система. Кликаем вот сюда. Скопировать ссылку кликаете. И ссылка скопирована в буфер обмена. Если мы кликнем на поддержку, нас перебросит на страницу ВКонтакте. Это их группа. Я подписалась, естественно, включила уведомления. Я всегда включаю. Ну и как бы тут можно... Все изучить далее. Вот нажимаю на стрелочку, чтобы мне вернуться обратно. Теперь по поводу заработка. Можно кликнуть сюда «Начать зарабатывать» или сюда «Зарабатывать». Ну, вот я кликаю и открывается всплывающее окно. И пошла у нас реклама. И вот за счет вот этого мы зарабатываем. Ничего делать не надо. Она меняется. И идет доход. Вот. Видим, да, вот я кликнул, навела как бы курсор. И вот видите, она меняется как бы. Это все. Ничего не мешает. И идет как бы копеечка. Уже вот прибавляется. Вот такой вот букс. Кому интересно, заходите, зарабатывайте.
халява, как-никак. Наберу минималку, запишу видео по выводу. Ну, а так пока буду, конечно, работать. Что, включил? И пошел. Вот на глазах меняется сумма уже 12 копеек. Видите, все это быстро делается. Вот. Включил и пошел работать дальше. А почему бы и нет? Вот. Ну, в принципе, и все, что здесь больше показывать нечего. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.